Уже несколько лет подряд городской женсовет поддерживает добрую традицию. Дарит вещи тем, кто в них нуждается в рамках весенней недели добра. В уникальном семейном бутике, как и обычно, немало посетителей. В основном, конечно, дамы, как и полагается в любом магазине вещей. Предлагаем нашим горожанам поучаствовать в весенней неделе добра посредством сбора и приема от них детских вещей, ну, ближе к сезону, скажем, да, сейчас вот лето, там весна, и детских игрушек, какие-то книжки. Участвуют, как правило, горожане. Школьники и участвуют предприниматели. Среди покупателей многодетные мамы. У Светланы, к примеру, пятеро детей, из них трое школьники. Самый ходовой товар – летние вещи и, конечно, обувь. Довольно-таки затратно в наше время, потому что цены растут, дети все на детях, это все рвется очень быстро. Не только для многодетных, я считаю, это вообще для людей, попавших в трудную жизнь ситуацию. Это очень нужная вещь. И, конечно, спасибо огромное тем предпринимателям, которые откликаются. И оказывается, есть люди с добрым сердцем в нашем городе, их очень много. И вот у меня пятеро, а есть у нас мамы, у которых 10 и даже больше. И вот именно эти акции очень помогают детей собрать, переодеть. Если практичные мамы обращают свое внимание на одежду и обувь, ребята приглядываются к игрушкам. В каком еще магазине вот так просто возьмешь понравившуюся машинку или куклу? Но для того, чтобы малыши не заскучали, пока взрослые определялись с выбором, была организована развлекательная программа. Одежда, обувь, летние аксессуары, детская литература. Каждый нашел в необычном магазине что-то нужное. Без покупки никто не остался. Единственная плата за все, что сегодня было на прилавках семейного бутика – благодарность от тех, кому эта помощь пришлась как нельзя кстати. Виктория Спицына, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.